Привет! Сегодня у нас введение в тригонометрию. И начнем мы очень издалека для того, чтобы понять, на самом деле, откуда берутся тригонометрические функции, да, что это такое. Я начну с двух подобных прямоугольных треугольников. Давайте все вспомним. Значит, что такое прямоугольный треугольник? Прямоугольный треугольник ⁇ это треугольник, у которого есть прямой угол, то есть угол 90 градусов. В данном случае в моих треугольниках это угол А, С, Б и D, F, e. а Значит, вторая вещь, я сказала, что они подобны. Для них автоматически мы знаем, что стороны их пропорциональны друг другу. То есть сохраняется пропорция между сторонами. И именно это свойство мы сейчас и будем использовать. Еще немного терминологии. Надо вспомнить, как мы называем стороны а, прямоугольного треугольника. Значит, у нас есть сторона, которая противоположная прямому углу мы называем гипотенуза, а соответственно вот эти две стороны мы называем катеты. А в данном случае я буду всегда смотреть на треугольник из какого-то угла, например угол вот этот вот альфа, который у нас в данном случае должен быть абсолютно одинаковый для двух треугольников, и, соответственно, из него э, я могу уточнить название катетов. Потому что у меня есть катет, который находится напротив этого угла, да, то есть в данном случае BC или EF, которую я буду называть противолежащий катет. И, соответственно, есть прилежащий катет, то есть это катет, который составляет часть этого угла. То есть в данном случае это DF или AC. Соответственно, если я использую эти термины, нужно помнить, что я имею в виду. Важно помнить, что для того, чтобы определить, что треугольники у нас подобные, нам на самом деле нужно знать два угла только. Например, если я точно знаю, что альфа совпадает, и эти два треугольника прямоугольные, то есть у них у обоих есть угол 90 градусов, я всегда могу найти третий угол, который тоже у них будет совпадать. То есть если это 90 градусов, это альфа, а общая сумма э, углов в треугольнике должна быть равна 180, то, соответственно, если я со из 180 вычитаю эти значения, мне получится, что вот этот угол 90 минус альфа, и он будет точно такой же здесь. Соответственно... Помните, что для подобия нам не обязательно знать все углы, мы всегда можем найти третий угол, зная два из них. Давайте поработаем с пропорциональностью этих двух треугольников. Для начала посмотрим на соотношение противолежащего вот этому углу альфа-катета и гипотенузы. Если треугольники подобные, значит, это соотношение должно сохраняться. То есть, если я возьму, например, отношение BC, то есть противолежащего катета к гипотенузе AB, оно должно быть такое же, как во втором треугольнике, то есть должно быть равно EF к, соответственно, DE. Хорошо, первое отношение, которое у меня есть. Второе соотношение, на которое я посмотрю, это, соответственно, прилежащий катет к гипотенузе. Записываю точно так же, соотношение должно сохраняться. А теперь давайте запишем последнее соотношение э, катета к катету. Возьмем противолежащий катет и его отношение к прилежащему катету, которое тоже должно сохраняться от треугольника к треугольнику. Итого мы имеем три соотношения, которые сохраняются ввиду того, что треугольники у нас подобны. Представим третий прямоугольный треугольник, тоже с углом альфа. Как только мы знаем, что это прямоугольный треугольник с углом альфа, мы будем знать Чему равно соотношение противолежащего катета к гипотенузе, то будет вот это какое-то значение x. Прилежащего катета к гипотенузе, это будет вот это значение y. И, соответственно, противолежащего катета к прилежащему катету тоже какое-то значение z. Соответственно, для любого прямоугольного треугольника с вот этим вот конкретным углом альфа, это соотношение всегда будет сохраняться. То есть, мы, если мы знаем... Это значение, мы теоретически, в принципе, можем узнать, чему равна альфа. И наоборот, если мы знаем альфу, мы уже можем понять, какое будет соотношение тех или иных сторон. Если это соотношение верно для любого прямоугольного треугольника с углом альфа, может быть это свойство угла альфа. Хм. Если это свойство угла альфа, то давайте как бы привяжем это значение к альфе. Вот именно отсюда берутся тригонометрические функции. Синус альфа — это отношение противолежащего катета к прилежащему, если вы построите прямоугольный треугольник с углом альфа. То есть вне зависимости от того, как бы, какого размера я построю этот треугольник, это соотношение будет сохраняться. Соответственно, косинус альфа для прямоугольного треугольника — это соотношение прилежащего катета к противолежащему. И в конце концов, тангенс альфа. Это отношение противолежащего катета к прилежащему. Что важно понимать? Что мы на самом деле знали о существовании каких-то свойств угла, да, когда мы проходили подобие треугольников. Мы знаем, что есть некоторые фиксированные соотношения, которые зависят от углов треугольники. Соответственно, в данном случае мы использовали пря прямоугольный треугольник, ввели вот такие понятия, но сейчас нужно абстрагироваться и понять, что это на самом деле некоторые качества э каждого конкретного угла. То есть мы для угла с помощью, например, прямоугольного треугольника можем найти значения синуса, косинуса и тангенса, но использовать мы эти функции можем и не, не только в прямоугольных треугольниках. Об этом мы поговорим чуть позже. А пока давайте посмотрим на еще одно прикольное свойство. У меня есть вот такой треугольник. Мне про него известно, что длина вот этого катета единичка, а длина гипотенузы, соответственно, равна двум. Давайте вспомним, что это за треугольник. Если вы смотрите эту лекцию про тригонометрию, вы должны, наверное, скорее всего знать, что это треугольник, про который, если он прямоугольный, про который мы знаем, что угол вот этот равен 30 градусам. Соответственно, если у нас есть прямоугольный треугольник, 30-градусный угол, то у нас противоположная сторона этому углу будет в два раза меньше, чем гипотенуза. Соответственно, этот угол у нас прямой, и я могу найти, соответственно, значение угла вот тут. Это будет 180 минус 90 минус 30, то есть вот этот угол у нас на самом деле 60 градусов. Я уже довольно много чего знаю про этот треугольник, и более того, могу найти значение вот этого катета с помощью великолепной и замечательной теоремы Пифагора. Теорема Пифагора нам говорит, что у нас длина гипотенузы в квадрате равняется длина одного катета в квадрате плюс длина другого катета в квадрате. Соответственно, у нас получается, что гипотенуза в квадрате — это 4, первый катет — это единичка, плюс b в квадрате. Соответственно, отсюда b в квадрате равняется 3, и, соответственно, вот эта длина b у нас будет равняться корень из 3. Теперь я знаю все стороны и все углы. Давайте посчитаем значение синуса и косинуса и тангенса для угла в 30 градусов. Синус 30 градусов будет равен противоположной катет гипотенузе, то есть 1 вторая. Косинус 30 градусов — это прилежащий катет к гипотенузе, то есть корень из 3 на 2. Тангенс 30 градусов, соответственно, противолежащий катет к прилежащему катету. Это единица, деленная на корень из трех, но мы рационализируем э, знаменатель этой дроби и, соответственно, помножим обе части на корень из трех и получим корень из трех, деленный на 3. Хм. А теперь давайте посмотрим на значение синуса, косинуса и тангенса для 60 градусов, то есть для вот этого угла. Синус 60 градусов — это будет противоположный катет гипотенузе. Вот мой противоположный катет гипотенузе, то есть корень из 3 на 2. Косинус 60 градусов будет равен прилежащий катет гипотенузе, то есть 1 2. И в конце концов тангенс 60 градусов будет равен соответственно, противолежащий к прилежащему, то есть корень из трех делить на один, то есть корень из трех. А дальше я введу тот самый катангенс, который наоборот, прилежащий к противолежащему, то есть перевернутое просто значение. Значит, если я посмотрю на катангенс 60 градусов, то он у меня окажется единичка к корню из трех, то есть корень из трех на Хм, кажется, эти значения выглядят знакомо. Если у нас есть два угла, альфа и бета, такие, что альфа плюс бета равняется 90 градусов, мы будем знать, что синус альфа равняется косинусу бета. Косинус альфа равняется синус бета. Тангенс альфа равняется катангенс бета. И, наконец, катангенс альфа равняется тангенс бета. И все это у нас на самом деле получается просто из того, что эти два угла находятся друг напротив друга в прямоугольном треугольнике. Мы поговорили про определение тригонометрических функций через прямоугольный треугольник, немножко поиграли с ними и увидели, как они взаимосвязаны. Спасибо за внимание! До скорых встреч. Пока-пока.